Слышь, мать, яйца есть? А если найду? Челом бьюсь перед ликами вашими, господа гигантские птицы. Мы к вам в гости заявились с целями корыстными и развлекательными. Вы вот кушаете просто так, а современному человеческому сознанию требуется кушать и одновременно наблюдать зрелище на экране телефона или компьютера. Вот мы за этим сюда и пожаловали. Так что покрутите гусками и посверкайте клювными рожицами, дабы внести толику развлечений в людской досуг. Так, а это кто к нам когти рвет? Ты меня снимаешь? Добрейших вечерочков, господа. Это Сытый Хаски. Нет, не это. Это Голодный Мопс. А, значит, с вами... Не мешает вести передачу. С вами, как обычно, я и Светолик. Кстати, Светолик, где мясо? Здесь же. Смотри, это наше... Давай, иди сюда. Иди в кадр, показывай свою рожу наглую. Сегодня у нас, как вы поняли, из превью... Знаешь, что такое превью? Переводи. Я тебя приветствую. Привет, Ю. Шарит человек. Шарики. Сегодня мы будем готовить страусов, которых... Тех самых, которых вы видели до этого. Особо наглых, злых и... отвратительных и противных обществу страусов, чтобы которых не было жалко. И, соответственно, мы будем делать из них бургер. Вот у нас есть замечательное страусиное мясо и замечательное страусиное яйцо. Так выглядит страус, да? Помощь. Ну, вот так выглядит страус. Ты что, влагать в него хочешь? Нет, я просто это ощущение хочу. Все, сейчас начнем приступать к грешным деяниям. Хотя почему оно грешное? Я не знаю, почему грешное. Сегодня воскресенье, было вчера. Ну что, приступаем или что? Да нет, что-то не вяжется. Давай выпьем. А я все думаю, когда уж 3 минуты прошло. Сыграли на деревянном барабане и, наверное, давай приступательные движения делать. Значит, мы сделаем разделение труда. Я буду мелко нарубать мясо. Берешь ты на себя сегодня ответственность за соус. Давай. Готов? Давай. Все, отлично. Сейчас все расскажу. Оливки. Клади. Сколько штук? 24. 24 штуки? Да. Подожди, сначала вставь, иначе потом у тебя не вставится. Все вставится, я умею. Раз, два, три. 24. Давай, короче, сейчас будешь брать второй нож. Помогать мне. А что мне делать, Дима? В общем так, высыпай сюда прованские травы еще. Сколько штук? 24 травы прованские. Поверю на слово. Чисть чеснок руками без ножа. Не вопрос. Чтобы без ножа режешь. Самое вкусное со слюнями световика, да? В общем, у световика порвало днище, поэтому он покинул наш рабочий станок. Но вот то, что я осознал, это то, что мне впадло вот, заниматься этим нарезанием. Я слишком ленивый и занятой человек, поэтому я пущу это все дело через мясорубку, но световику мы ничего не скажем. Все, фарш готов, я его сейчас здесь разложил, а световику скажу, что нарезал. Я все слышал! Давай, доделывай свой соус. Клади туда 2 столовые ложки горчицы. Ага. Они не залазят. Вот смотри, лайфхак. Это что такое? Мы в тюрьме, что ли? Итак, лайфхаки от световика. У тебя, кстати, как что у тебя со всеми, дымая? У меня уникальные наборы. Намазывается. Вот ты так утленил процесс добавления горчицы, что невозможно. С горкой? Не без горки. С маленькой горкой. Горку убираем. Обратно в тару. Иди ты в жопу, ты для... Сколько можно ждать? Ну это невозможно. Ай. Немножечко пашина зашиблась опять. Давай, по-моему, 4 столовых ложки. Раз. 4. Кстати, советую посмотреть сериал. Ну, я тоже советую, на самом деле. Ну и чего, вот, допустим, я сюда все... И теперь это все высыпаем вот сюда. Да, все сюда засыпай, перемешивай, ставим в печь, и дальше все будет готово. Давай, верти. Давай. Так? Да. Готовится? Жмай! Я уж надеюсь, что я там ничем не заразился. У тебя теперь анальная инфекция, страусиный грипп. Короче, настало время
потеребить яйцо, притупить к нему. Можно, конечно, просто расколоть, но, извините меня. Да давай разгрызу. Можно и разгрызть. Короче, как нас учили, в яйце с трусином проделывается дырка сверху и дырка снизу. Осталось теперь только додуматься, чем это дело прорезать. Есть варианты? А да, у меня все в машине есть. Давай! Практически! Давай. Сейчас почти попал! Сейчас я сам подлезу! Осторожно! Куда? Подожди! Давай! Левее! Давай! Так! Оно вообще в яйцо не попадает! Ну, правильно? Попадаю? Майна, майна! Куда майна? Уже в упор! Ну, наклон не тот! Ну куда? Крути! Так. Стой! Чего? У меня получше насадка есть. Да хорош! Какая-то хуйня насадка. Да, мне нравится. Стой! Чего? Давай выпьем. Твою мать, ну, этот процесс не закончится никогда. Значит, раскрываем яйцо, смотрим, что внутри. Внимание, а там страус. Взяли яйцо, испортил, световик нет. Удачно выбрали, кстати, тару. Спасибо Кузьмичу. Кузьмич, тебе как вообще? Ты сюда можешь поместиться, жить. Так, мне даже, честно говоря, жалко уничтожать такую красоту, но что делать, жизнь-то несправедливая и несправедлива. Более обидно было, что мы не будем дуть. Не будем дуть. Будет дуть Юра. Что ты хочешь? Господи, нет, нет, не трогай яйцеклетку страусиную, ты опять заразишься и его заразишь. Кстати, как на ощупь? Ой, там какой-то. Хороший. Вот ты только что этими руками ковырялся, перья выдергивал из ашенхоли своей. И вот теперь мы должны это все есть. Я стерилизован. Ты в курсе, стерилизация не спасает от инфекционных заболеваний? Кузьмич, ты засыпаешь, мне кажется. Ну, конечно, убаюкивает вот эти движения, когда смотришь на волны. Когда смотришь на волны, очень успокаивает. О, волны те. Иди выливай. Лей уже все, давай. Все. Доливай. Доливай до конца. Ну, он не размешался. Ничего страшного. В общем, световик, под строгим надзором Кузьмича бери вот эти котлетки. Это я сейчас расскажу. Это вот мы себе сделали две страусиные котлетки. Я туда специи добавил, на камеру не снял, потому что... Все знают специи. Да, а собачьи котлетки без специй, соответственно. Я боюсь, я перепутаю. Чтобы вопреки... Где это? Куда? На какую кнопку нажать, чтобы... А, все, вот, Кузьмич высветлил. Светлая голова. Давай, бери, и будем покладать. А чем брать-то? Доску бери. Класть доску, правильно? Давай, нагреть. Так... Сука, блядь, расплавишь. Давай, выкладывай сюда котлеты. Да блин! Я тебя умоляю, только осторожно. А дай мне эту штуку какую-нибудь. Лопаточку, как у Спанч Боба? Да, я готов. Или мы, может, зря его запрягли за этим заданием? Да нет. Давай, клади. Все. Там где? Че ты? За кого ты там перейдешь? Все. Все, добро. Похоже на бабочку большую. Вот так пишем. Бабочка из плоти, из страусины. Камбо! То есть так процесс продолжается? Смотри, сыр бри. Нет, ни хера себе. Потому что я должен это делать. Покажи прикус. Ну, неправильно, смотри. Ну, правильно, прикус. Котлеты почти готовы. Сейчас мы что делаем? Следующее. На одну котлетку кладем сыр бри, чтобы он расплавился. Вот, как-то так сделаем. А на вторую котлетку намажем арахисовое масло. Это делается специально на горячую котлетку, чтобы арахисовое масло растопилось и пропитало своими ореховыми вкусами наше мясо. А я правильно понимаю, булочка бриош, она делается из сыра бри? Да. Понеслась, я нажал на кнопку. Так. Клади помидоры. Сколько штук? Ну, парочку клади, наверное. Все. Дальше что? Да не надо третью. С сыром бри котлету бри. Вот эту. Давай. Готово? Несет. Да это ты уже готов. А, подожди, стоп! Клади! А там не будет никакого соуса? Все уже здесь, что надо. Хватит, что ты какой расстроенный. Да это сухой будет. Дальше вот этот соус бери и покладай. Хочешь, чтобы было вкуснее? Покладай наверх. Хочешь, чтобы было вкуснее? Чего ты хочешь сделать? Это только на один будет бургер? Нет, это на 4. Мы наготовили на всю команду. Давай, на маску делай. Смотрите, как черная икра выглядит. Немного выложил-то. Хариус-то не треснет у тебя? У кого? Ну и булку сверху накрывай. Все, бургер number one готов. С трусиной. В собственном саке. Как выглядит? Как считаешь, нормально?
Подожди. Ну, слушай, выглядит неплохо. Ой. Ну вот обосраться надо обязательно на чистое блюдо. Это не я, это бургер. Давай следующий, бегом. Котлету с арахисовым маслом. Давай, это варенье из черной смородины. Это теща моя делала. Дедный привет. Клади пару ложек. Там написано было в рецепте из интерната черносмородный джем, но варенье будет еще лучше. О, слушай, это прям сок. Я думаю, хватит. Давай. И сверху клади халапеньо. Вон лежит. Элеган, спасибо. Зачем ты слил в сеть имя моей тещи? Я вот сейчас возьму и солью. Чего, Максим скажешь? Чего, блин? Иннокентий! Идгнат, может быть? Идгнат. Серега я. Клади халапень туда. Но 4 больше не клади. Давай вот так вот. Ну давай. Но только под твою ответственность. Все, накрываю сверху. Кузьмич, ты очень модный страусиный мопс. Страусиная каска для защиты великого мопсовского интеллекта. Ща я покажу этим профанам, как готовить надо. Сначала сметанки из-под маньки. Потом огурчик для свежести. Котлетку себе, котлетку Джаггеру. Что-то большая она у него больна. Положу себе еще на всякий случай индейки. Пшел вон отсюда, попрошайка. Заберу у него котлету тоже. Мне нужнее, я растущий организм. Ну, а Джаггеру и так пойдет, попаститься. Ну что, у Кузьмича получились достойные мини-бургеры. Ты молодец, я тебя хвалю, но не сильно. Не выкобенивайся, попозже похвалю посильнее. А это у нас получился омлет из страусиного яйца. Вот из одного яйца получается вот такой. Похоже даже на пирог, смотрите. Но нет, это омлет, я вас не обманываю. Нисколечки. Кузьмич свидетель. И Егов. Смотрите, как я стою. Как уточка. Мистер Макди, блядь. Пошел вперед. Короче, я вообще хотел сначала это яйцо вложить в бургер, но мне настойчивое руководство, креаторы, продюсеры... Я передачу веду, успокойся. Предложили сделать это гарниром, поэтому мы положим это рядом и будем кушать в прикуску. Так? Куско. Куско, грасиус кортес. Ваш документ. Ну что, друзья, мы начинаем непременно, непредвиденно, неприглядно выпивать. Во-первых, собачки очень ждут старта нашей сегодняшней передачи. Ну как передачи? Дегустации. В первую очередь, надо сказать спасибо вот этим замечательным птицам, которые у нас здесь на экране ходят, смотрите. Это вообще динозавры, по-моему, какие-то. Это световик выдрал из жопы одного особенного. Я маню еще нам на завтра на обед. А, страусов, да? Ну, конечно. Ну вот смотри, бегут, бегут. Видишь? Ну, очень. Давай, мани яростней. Яростней мани. Манит. Джаггер. Фальшстарт вообще-то. Стой! Нельзя. Никого нет. Все, ладно, давайте не будем томить собак. Кстати, а почему собакам не подали омлет? Подайте, пожалуйста, собакам омлет. Собаки приомлечены, не могут больше ждать. Приомлечный подожди, путь. Подожди. Давай. Теперь ты красивый? Да, теперь я. Все, ладно, это можно хоть сейчас в Рио-де-Жанейро. Давайте сначала начнем с яйца. С яйца. Страусиное яйцо в собственном саке. Ну, пахнет на самом деле как обычное яйцо. Давай это, разрешим собакам тоже наесть. Зачем ты свое отдаешь? А! У него есть своя. Не то. Тебе тоже можно, хуй. На, ешь. Ой, не то ешь. Почему не то ешь? Где бургер? Ну пусть он бургер ест, это его дело. Кузьмич, смотри, я тебе предлагаю начать дегустацию прямо сейчас. Чтобы больше никто не возникал, что Кузьмича оставили жить впроголодь. А что по поводу омлета, можно сказать, что на вкус прямо вот куриное яйцо. Да. Ничем не отличается от омлета. То есть то, что мы заплатили несколько тысяч рублей за одно страусиное яйцо. 2000 рублей. Зачем ты раскрываешь наши прайсы? 7000 рублей. Вот так-то лучше. Вообще вкусно, но от курочек мало чем отличается. Давай в следующий раз мы, знаешь, сейчас снимем. Сколько куриных яиц должно уйти, чтобы приготовить такой омлет. Прежде чем дегустировать бургер, я предлагаю чисто символически, не ради духовного обогащения, а ради приличия, можно вас попросить Федора накатить нам. Кузьмич, ты не стесняйся, это все можно есть, это все ты себе приготовил. Давайте мы, пока Кузьмич ничего не понимает, мы поделимся с Джаггером, все. Чтобы все были довольны и чтобы было все по чесноку. Тост! Чтобы бургер был и зубы были. Хорошо, да будет так. Добро. Какая, а? Какая? Коварная. Че, плохо пошла? Тихо, спокойно. Вы че, ё-моё, блин? Дружище. Че был? Это был пранк. В общем, ты, дружок, только что бахнул спирта. Ну ничего страшного. Ничего себе, блин. Ну как, понравилось? Я обещал домой вернуться. Нет, ты набрал. Эх, вы твари божьи,
я люблю. У меня, кстати, тема есть. Какая? Давай я спою. Я наступил в Калины, в поле у ручья. Ой! До дому его Инна никак не донесла. Наступил в Калины я на свою беду. Теперь с частицей Нины домой к себе пойду. Подожди, подожди, подожди. Радиодачу поймаем. Радиодача? Опять реклама неоплаченная. Ну сколько можно? Оплачивайте мне. Оплачивайте радиодачу. Оплачивайте. Кидайте на ВТБ. 8-920-058-50. А? А последние две цифры. Все, давай, поехали. Страусиный бургер. У меня, значит, получается с оливковым соусом и сыром бри, а у тебя другой. С черно-смородиным соусом и арахисовой пастой. Складываем в пасть немедля. Ну, а почему вся рожа должна быть обфоршмачена вот в таких дегустациях, не знаешь? Да, все нормально, не умеешь есть. Слушайте, вкусно. Ты слышишь, что мы чавкаем прямо вот на микрофон? Ну, я не чавкаю, это ты. Я вот недавно видео выкладывал в шортсах, где ты на унитазе сидел в ивановской квартире. Так. И я там совершил грех почавкать конфеткой. У меня во рту была конфетка, я чавкал. И меня обосрали за это чавканье все, кто только можно. Зато тебя с голой жопой ни один человек против тебя ни слова не сказал. А ты почему думаешь, что я тебе предложил покушать конфетку? Я знал наперед. Что мне прилетит. Давайте я его сюда вставлю, чтобы понимали, о чем речь, чтобы не искали люди. Короче, ребят, приехали в съемную квартиру в Иваново. А здесь вообще красота. Я первый раз такое вижу, смотрите. Значит, куча всяких средств. Мыло, крема, пасты, щетки. Дальше, смотрите. Шампуни целая куча. Охренеть, я еще на съемной хате не видел, чтобы столько клали. Вот потом, смотрите, освежитель воздуха, это вообще... Это песня какая-то. Я еще такого не видел ассортимента крутого. Но это только туалет. Прошу заметить, это только туалет. А на кухне, ну это я потом расскажу. И вот в этом видео еще почему-то многие подумали, что ты мой сын. И я снимаю на унитазе сына серущего. А ты от меня опять отказываешься? Ну почему опять? Да, сынок, давай не будем к этому возвращаться. В общем так, что я скажу? У меня вкусно. Вообще, хорошо, вкусно, питательно и очень интересно. Махнемся? Давай махнемся, не глядя. Хотя я гляжу. Я тоже вижу. Тоже вкуснее. Какой вкуснее? Да, у меня опять же. Вот сейчас, который у тебя. Как тебе вообще страусятина на вкус? Ну слушай, страусятина... Да, мне кажется, я в школе ел такое. В школе? На уроках труда вы готовили страусятину, правильно я понимаю? Нет. А на каких? На домоводстве? Нет. Ты на домоводство ходил? Нет. А куда? Ну просто в столовую, давай страусятину. У нас прям было написано страусятину, 480 рублей. А ты откуда знаешь, что было написано? Ты же читать не мог до 11 класса. Так у меня эти одноклассники. Ясно. Давай, что тебе больше понравилось, во-первых? Мнение световика. Подожди. Я считаю, что оба бургера получились отменными, классными и интересными. Что касается страусятины... Мясо как мясо. Что яйца как яйца, мясо как мясо. Ну, да. Нет особых каких-то отличий и специфических привкусов, поэтому переплачивать такие деньги за это мясо я бы не стал. У меня даже перо упало. Учитывая, ладно уж, если световик раскололся, мы вот ехали на эту страусиную ферму, мы купили яйцо страусиное за 2000 рублей, это, в принципе, считается даже и недорого. Мясо, по-моему, 4500 за килограмм. То есть деньги бешеные в пересчете на, ну, блин, на мясо. На рубли. То есть можно купить говядины и телятины, и на вкус это будет то же самое, и куриные яйца. Но ради интереса, ради красного словца и красивого видца, можно было и попробовать такое, что мы, собственно, и сделали. Прямо сейчас, в сию секунду. А что касается бургеров, они по-своему классные и хороши. Вот черное смородное арахисовое масло дает охеренное сочетание с мясом, мне очень понравилось, я прям это доволен полностью. И вот этот с сыром бри и вот с соусом из маслин, это же великолепно. Ну, соус из маслин тут прекрасно кто-то наложил. Если ты нацепил очки, это не делает тебя умнее. Че по оценкам, что скажешь? Это очень вкусно и это достойно. Вот еще бы я вместо вот этой булочки положил бы булочку бриош, которая была прям вот мягенькая, и было бы вообще просто манифик. Но здесь не за что снижать оценку. То есть это очень вкусно, действительно очень вкусно. Вот мы с тобой готовили бургеры в Сытом Хаске много раз, и там были супермясные бургеры с булками из курицы там и прочее. Они, конечно, тоже были вкусные. Но вот это сочетание вкусов такое охрененное. Я советую приготовить дома. Напишите в комментариях, если у кого есть интерес, что вам интереснее. Чтобы мы готовили интересные вкусные блюда или... Или повесили GoPro в унитаз и, собственно говоря, извергали пламя.
Вот. А GoPro в унитазе, какой часть тела ты будешь туда садиться? Любой. Ну да, действительно, контент высшего уровня. Просто мы там раньше-то, мы начинали с чего? Там вот эти вот бычьи яйца, вымя, личинки, шаурма вот из говна и палок и прочего. Там вот эти тухлые яйца, все стрёмненько и прочее. Ребят, расскажите, что вам поинтереснее? Мы уже будем это... придираться, судя по вашим прекрасным комментариям. Я тебя перебил, мой друг? Булочка не зашла, Джаггер. Булочка не зашла? Кузьмич, здесь тебе пожевали. Один. Я не вижу смысла снижать этому вот бургеру оценку. Прекрасное сочетание вкусов и там, и там. 5 хаски из 5, не знаю, это очень вкусно. Это очень вкусно. И я это с удовольствием доем. И даже болевать потом не побегу. Вот так бы каждый раз, вот так бы всегда. Есть что сказать, есть какое-то наставление. Сегодня даже световик не бухущий в хламидиозу. Даже после рюмки спирт. Будешь еще спирта, кстати? Да нет, невкусно это. Но будешь. Ну по факту это невкусно. Это по сути невкусно, и по факту невкусно. Но будешь? Да. Я думаю, все, прощаться, будем целоваться, махаться ручками. Короче, я просто предлагаю поцелуй через одно рукопожатие, знаешь. Я поцелую Джаггера, ты поцелуешь Джаггера, и как будто мы поцеловались. Давай. Давай. Иди ко мне. Кстати, Джаггера целовать не грех. Все, друзья, мы на этом закончили. Хватит. Хватит смотреть, выключайте уже эти видео ваши. И с вами был Сытый Хаски. Хаски Джаггер, Сашка Шлягер. Шлягер! Световик и Кузьмич. Аривидрорчи. И до новых ублюд, господа. Заебись.